Франция, Бискайский залив. С 6 по 8 февраля рыбаки атаковали лодки морского пастыря. Ночь, 6 февраля. Добровольцы морского пастыря попали под выстрел из рогатки. Седьмое февраля. Пока волонтеры наблюдали за жаберными сетями, корабль под названием «Армадеш» нацелился прямо на нашу команду. «Клементина, мы подходим!» Военная поддержка приближается, но они находятся в двух морских милях от нас. Нет, 10, извините. Принял. Им лучше прекратить страдать этой фигней, потому что это плохо кончится. Вы нарываетесь на неприятности. Нас это конкретно достало. И это только начало. Недоноски! Мрази! Он собирается стрелять. Восьмое февраля. В добровольца попал снаряд. Он пытается нацелиться на нас. В меня. Он попал мне в спасательный жилет. Агрессивное поведение некоторых рыбаков только укрепляет нашу решимость. Наша команда продолжит патрулирование в море, чтобы пролить свет на методы рыбной ловли. Для защиты морской жизни во всем мире пожертвуйте морскому пастырю.